Зенит Ростов. Продолжаем играть в ничьи и поражения. Победу хочу. Зенит выиграет сейчас? Выиграете? С каким счетом? 3-1 Зенит сейчас победит. Прогноз от Тани. Обычно сбывается, так что я рад. Состав основной почти. Ну да, наверное, даже основной. Дебрёйне на баночке, ну может выйдет попозже. Дзюба оказывается второй голеадор в чемпионате. Или я что-то не так понял. В любом случае надо забивать, но Бухаров очень опасен. Ну и 5 защитников. Посмотрим. Сильно не бросаемся поначалу. Прессинговать позже будем. Ростов в зоне вылета. Им, наверное, хочется побеждать. И побеждать такой Зенит очень просто. Так что игра будет интересная. Денис Черышев. С мячом. Дзюба, конечно, знатно прикрывает корпусом мяч. А вот все остальные не очень. Важный фол. Дани, наверное, Дани. Тактический. Все, молодец, капитан. Не капитан. Или не капитан, я не помню. Ломберс капитан. Когда Дани нету. Ох, нифига себе удар. Супер сейф. Без Юры Ладыгина бы уже вообще во втором дивизионе были. Ёша все страдает на фоне. Зюбинья. Защитки отработал. Как настоящий защитник. Денис Черышев. Бля, что ты творишь? О! Ох, как! На желтенькую давай-ка. На желтенькую, не? К сожалению, нет. Халк на навесик. Даже не знаю. Ну, давайте попробуем. Ёши, хватит страдать. Ты и так популярен. Упс. Финн туда не вышел. Бухарова нужно останавливать сразу в начале атаки. Слишком опасный парень. Играл у нас в клубе однажды. Ё-моё! Вот это защита дыра. Ну, поздравляю. Даже Ростов нас обыгрывает. Да. Я, если честно, вообще не знаю, что делать. Как-то тактику менять. Но непонятно как. Хук. Давай-ка беги. Да и блин, чё ты стоишь, пука? Ё-моё, ну и пас. Максел Витцель. Халк.
Да ё-моё, Халк. Ну ты на Халка. Дуэт фол. Это чистейший фол. И отличная позиция, чтобы забить гол. Так, хук. Давай-ка закрути. Ну, пожалуйста. Ну, это было неплохо. Отличный удар, отличное исполнение, технично. Такое надо забивать, конечно, я согласен. Не самый точный удар. Нойер бы взял, но... У Ростова не Нойер, к счастью. А может, и к сожалению. Ну, одну отыграли. Побежал Денис. Денисович, Денисович. Ну, блин, что-то как-то плохо. Что-то как-то плохо. Вот это супер пас. Дани не добежал. А Дзюбиню отдавал, хорошо. Очень знатно. Пасибос. Запасик. Так, извини, Черышев, ты слишком далеко угнался. Я не поспел. Вот она. Дзюбиньо! Ну что ж ты там так нерасторопно? Доминико Кришито. Оп, нет. Блин, капец, ну почему у меня никто в штрафную не идет? Они там разыгрывают у себя просто. Как будто у меня в штрафной. А-а-а! Халк. Не удалось, не удалось. В следующий раз получится. Халк, подойди поближе, пожалуйста. Халк. Хави Гарсия. That's very good link-up play. He's gone in strongly and got the ball. Пипец, ну они разыгрывают. Ну, в жизни они, конечно, так бы не делали, это я вам гарантирую. Слишком рискованно. Типа быстрый пас. Смольников. Так, Дзюба, а что ты здесь делаешь? Фух. Слишком острый угол. Дзюба тоже странный. Побежал что-то вообще за пределы поля. Иногда я не понимаю его. Сложнее всего, конечно, понять судей. Они просто странны. Смольников. Блин. А?
Как я это не перехватываю, я не понимаю. Зубиньо. Нет! Блядь, зачем ты трогал мяч? Вот это булка. Я же вообще все кнопки отпустил. Он, по идее, должен был не трогать мяч. Странно. Очень странно. Блин, Зуба. Ты чё, он распасовщик теперь? Блин, ну пипец. Чуваки, отдайте им мяч уже. Да, ну они довозили до конца тайма первого. Аплодисменты там дикие какие-то. Как будто они Лигу чемпионов победили. Выиграли. Халк. Халк идет на финт. Ну, это фол. Это фол. Ну, Дзюба. Разыграли неплохо. Халк навешивает. И штанга. Гарай. Неплохо. Неплохо, но недостаточно хорошо. Бля, что? Ни хрена себе защита дыра. Ладыгин опять спасает. Юрец. У них тут супер барселонская распасовочка. Так, Дзюба, давай. Дзюба мяч сложно отнять, я хотел сказать. Но он качок. Он отбирает сам просто без проблем. Да, ёлы-пал. Как я могу это не перехватывать? То есть просто вообще шок. Ни хрена себе. Они офигеть круто играют. А что? Я это не хотел делать. Я нажал правый стик. И произошел такой нежданчик. Беги! Не бежит. Не бежит. Дай мяч, пожалуйста. Пора в атаку. И в прессинг высокий. Ну, наш мяч. Дзюба, конечно, отрабатывает дико круто. Уважаю. Это еще что было? Дани мог бы прорваться, но не получилось. Очень опасно. Зубиньо. Блин.
hardly wasted the ball in this game. This is an exercise in patience as they try to get. Дзюба, ты чё вообще в защите делаешь? Кого-то защитника играет сегодня. Ну беги. О-ля-ля-ля-ля, Черышев. Рука. Но, видимо, не было руки. На, пипец. Кто-то разыграли. Ну, побежал Халк. Давай-ка желтенькую покажи. А что, вторая, да? Отлично. Отлично. Кто там? Ломбертс. Пора второго нападающего. Я так думаю. Гарай. Ты будешь... Ой, какой Гарай. Этот Гарсия. Играем в супер схему. Супер на тоненького называется. Во-первых, инструкции сделаем. Кришта стейбэк. Смольников пускай атакует. Я не знаю, микст, агрессив. Я не знаю, микст. И вместо Ломбертса, очевидно, надо выпустить второго высокорослого, либо Кержакова. Кержаков плюс Дебрёйне. И теперь либо поменять... опорника уставшего. Например, как бы правильно все организовать. Например, Черышев на фланге хорош. Я думаю, Бальде будет все же на банке сидеть, потому что нам надо свежий опорник на всякий случай. Блин, или нет. Дзюба, конечно, наелся. Ладно, давайте попробуем. Супер замена. Хук навешивает. Ультра-атака. Ой, блин. Ой-ой-ой-ой-ой. Это было близко, но я случайно там нажал на самом деле. Так что... Ну, получилось, в общем-то, неплохо. Кевин Дебрёйне проверял. Ну что ж так... Где там Александр Киржаков в дополнительном нападении бегает. Замена у соперника. Желтенькая давайте.
Раз не желтенькая, значит вставай. Ля-ля-ля-ля. Ну, Зюбиньо, конечно, старался, но сложно. Плохой пас. Кому-то желтая. О, не нам. Судья первый раз за 30 матчей в нашу пользу сыграл. Бля, вот это, наверное, зря. Это, наверное, зря. Нифига себе. Опасная контратака. Ёлопал. Ух, нихрена себе, меня сейчас простили. Какой-то там кореец. Что-то там Сон. Свон. Да блин, Дзюбу ткнули в спину. Кочергой. Вот он и запнулся. Нифига себе, чувак, круто играет. Но мяч мой. Так просто не отдам. Блин, Черышев, чё ты стоишь на месте? Там у них Нойер на воротах. Он ногами играет лучше, чем защитники. Пасы у него просто идеальные под прессингом. Да ёлки-моталки. Чуваки. Простили в очередной раз. Кореец не в форме. Киржаков. Просто идеальный навес. Что ж ты? Блин. Идут навешивать парни. Так. Да ё-моё, ну что это за вброс мяча? Меня там, кстати, по лицу ударили Халку. Красную карточку давай. Так, я опять случайно кнопку нажал, но... Большинство реализовать я не смог. Стыдно, но факт.